Так, молодые люди, смотрите, все, что здесь представлено, это мне сегодня ничего нет, как бы, ну, интереснее первого-второго курса или будучи заслуженным профессором. Все зависит от того, какую задачу мы поставим и какой сценарий более показательный. На самом деле, чуть медленнее. Все параметры полиса, не все, да, то есть мы можем собрать ее сейчас и поставить в любую другую комнату, да, если мы разработаем. Да, примерно вот так. Раз, ручка, вторая, все. Все тут же есть пуповина, потому что вы чувствуете, вот здесь его сердцебиение, у него сердце бьется. Сейчас уже нет, да, как бы, ребята, когда он уже родился, да? Вы какой курс? Так у вас тут все разные, ну хорошо. Мы можем делать особо. Конечно, тот человек, который принимал роды сам, например, если я не знаю, как это показывает, оно будет немножко разным, там у него в спине вот такой вот вставленный блок. Да? То есть на живом человеке. Кто его пустит? Вот, ну, значит, какой-то врач под гидроперекс. Нам необходимо человеку помочь эвакуировать эту жидкость. Мы проводим только дренаж. Проводим пунктируем в 8-м повредителе. Вот как только мы определились, человек получает, который мы получаем. Поэтому мы извлекаем шприц. Подключаем совершенно новый чистый шприц, где-то 10, 15, 20 мл, как необходимо. И набираем и отправляем его в лабораторию. Тоже поверхность, в ту же дырочку, в тот канал, который мы вызвали. 3 мл. Вся жидкость пошла. Тяжело, правда? Потому что под давлением. Натягивается. Работа за монитором. Все, то есть вы уже ушли, да, от нас? 3. Нет, так я же еще... Я еще могу. Все, то монитор должен быть. Так, поставил. Еще подключала. Не, ну то она тужится. А, я понял, то тужится. А у меня сейчас просто не будет женщина. Я понял, да. Оценки через сессии плюс дефицита пульсного. Через 76. Пульсного 76. Дефицит пульсного. Спросите, что она почувствовала. Мучает ли ее кашель?
страшно, если там в несколько этапов. Оп. Раз. Ваточку под конюлечку. Стоп. Не, ничего не снимал. Покручу. Так. Показываю, что переворачивается. И сюда пишем интересные позы. Отлично. А, есть, нажимаем. Угу. Разрез. МРТ. То место, куда уже будет подводиться, это примерно 20.
18, 23, 24. Вот в этом градиенте она будет стоять, чтобы не перекрывать одно легкое, допустим. Ну, обычно уходит правый бровь, если не сильно просует. Это обычно, потому что анатомически он стоит чуть-чуть, так сказать, косо. Этот более под прямым углом левый. Поэтому все визуально. Мы зафиксировали щель, нам дали трубку, и мы прошли. Дальше, неудачно, не знаю. Попробуем. Здесь. Тут все как бы классически, но я не вижу надготатника, который обязательно должен появиться, если пациент будет расслаблен. Занимался просто, допустим, вот привезли ее, ничего на ней нет. И сразу вот это вот то, что у нас есть, что подозрение на перелом. Первое, я бы взял ее за голову. Вот рука. Я бы занял ее в хорошую позицию, положил бы руки вот так, и они никуда не уходят. Вообще никогда. Да. То есть руки остались здесь. Следующее, мы должны зафиксировать шею. Это другой человек делает, фиксирует шею. Я помню, позвонил. Они перекрестили руки. А сейчас я буду считать до трех. Вы ничего не делаете до сих пор. На счет три мы поворачиваем вправо. Раз, два, три. Когда это происходит, когда мы поворачиваем, я продолжаю держать голову. Держи. Нэнси сейчас делает ассессмент, смотрит спину, но ректальный тон мы не будем проверять сейчас. Обычно это делается тоже. Мы собираемся вернуться обратно. Каждый травматолог может сказать, что мне это лучше. Здесь то же самое. То есть вот, берется игла. Этот ограничитель упрется в кожу, он не даст вам провалиться. Это вот, да, это большая, как наша. Да. Вот, то есть, вот, позиция, это сжимается по принципу стилета. Угу. Вот, мы работаем. Перед этим быстро выставляете ограничения. То есть, основная задача какая? Вам найти точку, где будет минимальный слой мягких тканей. Естественно, не уйти за собственную связку надколенника, не уйти в сторону. Вот. Есть две методы. Если вы не хотите засовывать палец внутрь разреза, you keep the kelly inside. Вы оставляете внутри зажим. And that will keep the space open. И держите, значит, разрез. Because if you take your kelly out, your finger out. Потому что если вы вытащите и палец, то разрез закроется. So you have something inside. Что-то должно быть внутри. After that's done. После этого. You would then take your finger. Уберете. Kelly. Two, and introduce that into the chest. И вставляете внутрь грудной клетки. You release the kelly. Отпускаете зажим. And then position the tube. И потом располагаете в нужное положение трубку для дыхания. After that, we use sutures to secure the chest tube in place. После этого мы. And dressing works very well. Потом еще сверху если повязка, то это работает очень. So, now it's time to do. Сейчас время. I didn't want to make any incisions.